Так, я посмотрел, что там надо. Оказывается, нам нужно 10 светильников Джека. А еще нам надо кактус, короче, выращивать и тростник. Все плохо. И все круто. Так. Светильники Джека, я думаю, мы прямо сейчас можем скрафтить. Да, у нас 30 тыков, а нужно всего 10 светильничков. Так что одно из заданий мы уже, можно сказать, почти выполнили. Вот, все, выполнили задание. Все ништяк. Вот наш светильник Джека. Он там пока ж камень рубит. Причем его здесь нет. Стыдился бы хоть. Ой, блин, киркаль, все, все, все. Я так все. И знал. Так. Все отлично, мы выполнили еще задание. Подожди, я не слышу, я без наушников. А, блин. Жопа, блин. Такие слова. Ну блин, ну. Блин, блин. Э, лаги. У меня сундук не открывается, фигово. В общем, сейчас будем выращивать тростничок. То ли черным, то ли слишком крепким, то ли не знаю кем-то, но написано было зеленый. Что говоришь? Так. Нам нужны кактусы, нам нужен тростничок. Так, как... слушай, давай там замутил, там песка 27 штук, это не цифры мокрые. Вот так. И теперь нам нужен тростничок. Короче, так, все, напал достаточно, по-моему. Так, заходим на ту сторону, подбираем, сколько нашли, 4 и 7. Ой, такая, блин, слушай, ну непродуктивно, нам надо несколько человек хоть. Парочку еще. Так, тут, тут у нас будет тростник, 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 тростник. Ты что вообще творишь? Тростник! Скрабываю и все к чертям, я тебе сейчас платформу сделаю, мне достаточно камня. Нахрена? Ну блин, ну что за фигню ты делаешь опять, а? Все отлично. Сейчас прибью отлично. Уже взял светильники, сделал тут. Да, так, круто. Чё, если чё? Он поскорее хочет завершить, то, знаете ли, я буду играть, и мне пофиг как. 10 хлебов. Да легко. Миссия выполнена, хлебы есть. Хлебы есть? Круто. Да. Положи их в сундук, чтобы я их видел. Господи. Вот, все, 10 хлеб. А чё они не колются? А чё они не колются? А я пошел выращивать грибочки. Попробую хотя бы. Да. А около воды факел поставить тебе было не судьба. Фу-фу-фу-фу. Все отлично. Самое главное, чтобы тростничок не выпал. Фак. Грибочек. Так. Слишком много факелов. Мне нужна земля. Я только что об этом подумал, но не тронь мою землю. Моя земля. Текс. Т-т-т-т-тек. Ой. Ща мы подкопаем наш ростер. Так, наши березовые доски нам опять помогают, потому что я именно из них буду расширять остров. Да, он не видел жалко того, что я сделал. А чё за фигня? Чё за фигня? Чё за фигня? Так, факел, прощай. Факел, давай, до свидания. Да блин, не сажается грибочек. Мне кажется, ли слишком давно не было снега, хотя... что я... Сажается. Ты данутый, вообще кэп просто. Да я тут вспомнил, надо построить, короче, сделать купол. Темное место. Из чего? Из досок. Руби дерево. Рубим вместе. Так, я, наверное, отключу видео, потому что надо рубить дерево. В общем, вот мы дерево набили, и сейчас строим комнатку такую. Охренительную просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Короче, запомните 6. Все, в общем, то, что он делает, никак ко мне не относится. То, что я делаю, это снабжаю его материалами. А он всякую фигню делает. Ну да, почти. Фу, я, наверное, опять буду рубить дерево. Говорите, что вы делаете. Все, отключаю видео. Так, вот, короче, я снимаю. Я не прекращал снимать, слушай, я тебе... Да я знаю. Я не знаю, над чем я прекращаю снимать, мне все пофиг. Что лох? Так, и мне пофиг на все там сла, короче. Так. Ну да, конечно. Так, землю мне нельзя использовать. Кстати, мы каменную кладку выполнили задание, да? Че? Мы выполнили каменную кладку. Какую кладку? Задание. Ой, я по снеговику долбанул, пардон. Да ладно, он не сдохнет. Вот, там, короче, блоки мне скоро прилетят, снеговые, снежные. Как-то так будет. Так. Я сейчас как-то начал очень быстро копать. Вот как-то так. О, смотри. Ну-ка, летай со стороны. Охренеть. Бери снег, я не могу подобрать.
Вот это круто! Так, тихо. О, я пойду крафтить прямо здесь. Мне ж хватит. Яху, у меня скоро лопата сломается. Так, у нас до хрена блоков. Лопата нужна? Нет, не нужна. Не нужна, умоляю, не нужна. Так, круто, все круто. 32. Лаги. Возможно, сейчас... Отойди уже. Я не знаю, где я. Короче, тут такие лаги, у меня сегодня интернет, по-моему, плохой. Вау. У тебя проблемы. О, да это вообще. О, короче, я восстанавливаю связь. Так, я вернулся. Тут вообще какая-то непонятная хрень творится. Просто что-то у меня сегодня... Ты знаешь, что такой генератор не ко мне, а Бог не рассказывал. То мне летающий остров в Майнкрафте уже нечем строить. Будет снежный пион. Ха. Стоп, опять у меня какие-то проблемы. Чё за фигня? Ты диагностику проведи. Да ну. Ох ты, жлива! Так, крафтим блоки. Тудум-тудум. Жесть. Так, я поставил их, наверное. Жесть. Чё, попробуем вырастить первый грибочек? А, ну понятно, я походу вылетел. Тут вообще темно должно быть. Да ё-моё. Спасибо, Кэп. Что ж такое-то? Вау, сервер is full. Так, чё? Это что-то новенькое. Стоп. Что а. О, господи. Чё за фигня? Покажи. Да не, всё уже нормально. По идее. Грибочек все равно не сажается, но все понятно, он должен быть крытым. Так, ты там много сделал? Так, 2 стака и еще 16. Даже 26. На, о, бери. Ну, короче, я пошел достраивать. Фух, наконец мы ее достроим. И да, кстати, тут это один чел в Ютубе говорил очень умную вещь. Самые тупые игроки не делают лесенку в стене. По-моему, я всегда был самым тупым. Лесенку в стене. По-моему, я самый тупой. Я ее никогда не делал. Я ничего не понял. Связь еще только тормозит. Повтори. Лесенку в стене. Что лесенку в стене? Вот так. Лестницу в стене. Повтори, что они делают? Что вообще, что он сказал? Он сказал, делать надо всегда лестницу в стене. Как... Слушай, нифига не слышу. Может даже не стараться. Ой, да ё-моё, чё за фигня? Бесит! Ё-моё! Купи нормальный роутер. Так, да и тут я тут, наверное. Главное, я его слышал, у меня нет. Повтори, что он сказал. Вот что он сказал. Я это уже сделал. Так, а сколько у нас блоков высоты должно быть? Раз, делай 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, у нас уже 9 блоков, круто, сделаем 10. У меня лопаты почти кончились. Сделаем 10, и крышу, и все, и мы на этом закончим постройку данной штуки. В общем, дорогие подписчики, у меня их нету даже. Зрители просто все запомните. Вот то, что эта карта, это вообще считайте, я к ней не причастен. Все, что здесь делал, это он делал. Ну, почти. Генератор булыжника мой, генератор снега мой, портал его, ферма зомби, свинозомби его, ферма мобов его неработающая. Это, блин, это из-за сервака. Понимаете, если бы я бы делал аккуратно, я бы делал ферму деревьев, в общем, все хорошо так. Да я бы сам все аккуратно делал. Блин, если бы я играл там хоть с кем-то. Я бы сам все аккуратно. Огромная промышленность была бы, но ты видел мое видео про Skyblock? У меня там все аккуратно. В общем, кооператив что-то нехороший. Так, ты мне там давай блок. Слушай, о! Кооператив нехороший, потому что я работаю, а ты всякую фигню делаешь. Да пофиг. Так, у нас вот это, кактусы. Нам сказано... Аккуратно собери. Я их это, заплавлю в печи. Не, еще не буду. Так, чё, давай блоки. Лучше ещё выращивай. Блоки нужны. Я булыжник возьму, слышь.
Не трогай булыжник мой! Ладно, не бейте меня. На, подавись. Где? Блин. О. О. Все, остальное я остров расширять пойду. Стоп, еще, стой! Да ё-моё. Да фак. Так, все, я на расширение. Мы этот остров уже расширили, блин. Просто. Да блин, да нам еще нужно дом построить. Вот именно. Точно, мы же дом надо построить. Какой в жопу дом, извиняюсь. Какой на этой карте вообще может быть дом? Нормальный, приличный, охрененный просто дом. Короче, я думаю, прямо сегодня из-за него мы будем прокапываться ко всему миру. Я тебя не понял. Ну, в смысле, дорогу строить? Зачем? К обычному миру. Ну, забыл, как хотели. Да это я знаю, ну, блин. Чё-то рановато. А? Рановато. Да потому что, блин, я же тебе говорю, я все равно... Слушай, у меня тормозит, что-то жопка стала, подожди. А я интерес блок. Процессор блоки. Что-то. Проходит. Стоп, секундочку. Что случилось-то? Хрен узнает. А, все пролагалось. О, так. Вот понимаешь, я же тебе говорю. Чё ты мне говорил? У нас тут еще один спавнер готов почти. Чего спавнер? Спавнер, а хрен его знает кого. Давай это, нам факел нужны. Точно, поставим сюда светильники Джека. Слышь, как раз пропадать не буду. На крышу ставь. Твою мать! Господи, что это? Ты про чё? А. Господи, блин, придурок. Ставь сюда светильники Джека. Да какие нафиг? Господи. Я не могу просто, я поднялся наверх. Блин. Я, кажется, знаю, где у нас дом будет. На нём. На крыше? А чё? Ништяк в натуре. Только пол придётся двойной делать. Я хочу его... Так, мне не хватило блоков, у тебя больше нету? А там зомби. Где? Я слышу зомби. Я его вижу. Ладно, пусть стоит. Где он? А я пойду возьму светильники Джека и поставлю... Воу. Тростник! Молодцы! О, нам нужно много, очень много тростника. Реально много. Так, вниз. Стоп! А как я буду туда забираться? Мне нужны доски! Нет досок, руби дерево. Господи, блин, зомби. Ох, ёх, тут страшно. Грибочки сажаются, грибочки... Выращивается! Ура! Вырос красный гриб! Ай да, собирать! Пары нам не жалко в этом мире. Яхо! Так, свет нужен. Грибочек. Подожди, чем они лучше рубятся, мечом или топором? Топором. Нет, мечом. Ну, у меня моментально просто топором. Яхо! Заделай там, пожалуйста, крышу. Тащи мне коричневый, а у меня нет блоков больше. Короче, вот тебе костная мука, вот тебе красные грибы. Все, выращиваем. Зомба, пошел ты в жопу. Так, крыша нужна, крышу. А я пойду покажу. Подожди, дай лопату, лучше лопату бы дал мне. Спасибо, еще. Какой еще? Давай на две лопаты. Короче, иди копай, я пока что поворачиваю деревце. Так, палки есть, палки. Вот нет. Это скорость. Слушай, лучше бы булыжника мне накопал сейчас. Так, нет, что-то медленно сейчас. Ой, медленно, ага. Вот это я понимаю скорость. Лопаты нужны, нет? Неа. Во, вот это скорость. Мяу. По-моему, у меня инвентарь заполнен. Сейчас проверим. Лопат сломать. Ох, сколько много булыжников. Уай. Да ты издеваешься. Так, стоп. Получай позаду, где ты там? Косяки правлю. Блин, пи-пи. Ай, как я об этом жалею. Че? Да я в тебя снежками кидался. А как мы наверх залезем? Да блин. Опять снег. Лестницу сделай.
Yes. Я представляю несколько таких снеговиков просто. О-о-о-о. Давай еще одного сделаем, а? Ой, страшный звук был. Откуда? Не знаю. Так, вот, все, готова наша штука, которой я не нахожу просто название. Что, ты вырубал? Нет, я не вырубал. Аномалия, слышишь, он перестал вырубать. Его надо лечить, он заболел. Ух ты, я заболел, люди! Вы слышали, я заболел. Валим собирать коричневые грибочки. Иди в шопу. Ура, коричневые грибочки. Немного поработай, просто надоел уже. Ладно, ладно, ладно. Короче, этот там красненький скоро будет. Отлично, с комнаты. Тут еще будут спавнить всякие уроды. И как мы их отсюда выдворять будем? Я знаю, уроды. Мы будем приходить. Вы по-человечески разговаривать, слышите, да, народ? Мы будем приходить сюда с ведром и их просто лить. Кого? Всяких мобов. Чтобы они к нам не могли подойти. Это такой трюк, давно известен всем. Че? Сейчас он назовет меня Кэпом опять, наверное. Ты че вообще говоришь? Я тебя назову придурком, который всякую фигню непонятно. Ура, у меня 20 грибочков. А сколько там по заданию? 20 супов? Я привел видео, посмотрю, что там в задании.